Думал, закрыл уже я зимний сезон. А тут соблазнили на какую-то авантюру. Будем пробовать. Очковато. Лунка чья-то. Ничего себе ты молотишь там. Как отбойный молоток. Да. Как тут ходят. Непонятно. У меня же это камера подводная есть. Калипсо. Можно опустить. Опа, что это было? Что-то не понял. Зацеп какой-то, что ли? Туда утекает вода вообще. Засасывает лед в лунку. Убежал он. Он стоит в лунке. Ага. То ли хариус, то ли леночек. Здесь хариус крупный, блин. Вот я икрян положил. Не, ну вот, я не понял только на что. Ох ты, опять что ли? Был, сошел. В лунке прям сошел. Стукает. А, он сожрал короеду. Ага. А я думаю, что перестало клевать. А, вон пробежал. Ага. Прошмыгнул. Вон они рядом с этим, с пулей плавают и не берет. Ты мне скажи, видок проходит? Не. Вот они два. Не хотят? На червя сразу взял, ну. Негодяй. Чё это таких маленьких-то? Надо выпускать. Знаешь как, я его в одну лунку,
Он из него выплыл и в другую уплыл. Ни хрена там их. Как грязи. Вот это да. Вот это номер. Хопа, вот она. Ага. На червя. Ага. Видать, таймень подошел, ничего не клюет. Я говорю, таймень подошел, ничего не клюет. Весна вовсю уже. Конечно, ходить тут очковато. Путешествие не для слабонервных. Что-то как-то... Говорят, рыбалка, отдых. Так наотдыхаешься, потом ноги не поднимешь. Сегодня, кстати, 1 апреля сегодня. Ух, как бьет гейзер. Ну это я тут просверлил дырку, и она вон поперла. Тут тоже он что-то как-то, знаешь, наладом дышит, вон я смотрю. Плыви. Венок, медалист, плавает. И сам в одном месте. Вон они, вон они, вон они, вон они, два. Два. Вон они, вон они, смотрите. Ага. Смотрите. Ну как-то эти что-то еще какую-то активность проявили, что-то там подошли, что-то понюхали. Но, да, но ничего не сделали полезного для меня. Да, такой рыбалки у меня еще не было, чтобы я по льду, по воде в заплывы уходил.